2000 литров дизтоплива в своем гараже незаконно хранил житель Карагандинской области. Для его приобретения и реализации он использовал 3 резервуара. Документов на нефтепродукты у мужчины не оказалось. Как сообщили в агентстве по финмониторингу, в прошлом году он переоборудовал свой автомобиль для удобства транспортировки дизтоплива, установив там 2 емкости по 1000 литров. Изъятые нефтепродукты взыскали в доход государства. Гражданин Шмидт нарушил требования закона о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Приговором суда гражданин Шмидт Сергей Владимирович признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам.